Привет всем! Я сегодня буду готовить теплый салат из куриной печени. Что мне для этого понадобится? Куриная печень и немного сердечек, разноцветный перец, салатный лук, чеснок, соль, перец черный душистый и уксус. Первым делом нужно запечь перец. Его можно запечь в духовке, ну, быстрее будет на газу. Оборачиваем перец в фольгу. Плотненько закрываем. Выкладываем перец на газовую конфорку, так чтобы лучше ровненько. И включаем газ. Пока печется перец, подготовим лук. Нарезаем лук полукольцами, не сильно мелко, потому что это салат. Нарезанный лук выкладываем в емкость. Немного подсолим. И польем все это винным уксусом. Так как я использую салатный лук, он совершенно без горечи. Чтобы равномерно пропекся перец, его желательно переворачивать каждые 5 минут. Нарезаем печень на небольшие кусочки. Теперь нужно мелко нарезать чеснок. Готовый перец убираем на тарелку. Накрываем его полотенцем и даем ему протомиться еще минут 5. В разогретой сковороде с маслом обжариваем печень. И практически сразу добавляем чеснок. Обжариваем печень на среднем огне в течение 10 минут. И периодически помешиваем, чтобы она не пригорела. Самое главное, не забудьте посолить и поперчить. Обжарили печень, выключаем газ. Готовый перец нужно очистить от верхней пленочки и от косточек. Очищенный перец нарезаем соломкой на небольшие кусочки. Печень перекладываем в глубокую посуду. Луком мы предварительно слили уксус и добавляем его теперь в печень. И затем выкладываем перец. Аккуратно все перемешиваем. И наш салат готов. Вот такой теплый салат с куриной печенью у меня получился. Попробуйте, приготовьте. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока.